До конца года 60% домов Нарьян-Мара будут подключены к высокоскоростному интернету. Об этом накануне сообщил вице-президент макрорегионального филиала «Северо-Запад Ростелеком» Андрей Балаценко во время рабочей встречи с главой региона Александром Цибульским. В ходе рабочей встречи глава региона Александр Цибульский поблагодарил вице-президента филиала «Ростелеком» по северо-западу Андрея Балаценко за проделанную работу. У нас улучшена система передачи данных и обеспечения наших жителей телефонной связью и интернетом. И сегодня мы, наверное, сможем в этом с вами вместе убедиться и дать старт, наверное, новому этапу взаимоотношений «Ростелекома» и жителей Ленинградского округа. Напомню, в 2018 году филиалом «Ростелеком» были проведены работы по редизайну магистральных каналов передачи данных в направлении Нарьян-Мара. После этого стало возможным строительство современной абонентской сети связи на территории самого города. До момента масштабной постройки услуги связи для всего региона оказывались через спутниковый канал с пропускной способностью всего лишь 16 мегабит в секунду. Современная сеть будет построена по технологии ПОН и обладать скоростью в 3 раза выше. А оптическое волокно с высокой пропускной способностью будет прокладываться до квартиры абонента. Эта оптика прямо заходит в дом. Даже не просто в дом, а в квартиру. И на основе этого можно получать все сервисы, видео, голос, данные, ну, с тем качеством, которое ничем не отличается, например, как получают это, например, в Нью-Йорке или там, в Лондоне, или не говоря уже про Москву и Санкт-Петербург. Как отметил Андрей Балаценко, оптоволоконные линии до конца года будут подведены к 175 домам Нарьян-Мара. Тем самым возможность подключать цифровые услуги появится более чем у 5000 семей. Скорость интернета при этом будет составлять до 50 мегабит в секунду. Чтобы лично убедиться в качестве предоставляемых услуг, рабочую встречу решили продолжить у первого пользователя высокоскоростного интернета в Нарьян-Маре, проживающего по улице Ленина 33Б, где и произвели замер скорости. 46 и 65. 46 65, то есть получается, даже когда несколько устройств одновременно сработает 38, да, то есть, да, в среднем там чуть больше 40 получается. Конечно, нормально. Это хорошо. Заявленное качество услуг связи соответствует действительности, а это значит, абонент теперь имеет возможность выйти в интернет на мобильном устройстве со скоростью до 40 мегабит в секунду. И это еще не все. Пользователи также могут подключить следующие дополнительные опции: фиксированный IP, антивирус, то есть надежную защиту компьютера с удобной оплатой, ребенок в доме, ограничение доступа к нежелательным сайтам. То, что мы делаем сейчас на Нарьян-Маре, мы думаем, что мы проведем замену своей так называемой физической сети там, в следующем году, и 80% домохозяйств будут иметь возможность подключиться по оптике. И не почувствовать себя оторванными в этом мире и иметь сервисы уровня мирового. Напомню, компания «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующих во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств России. Признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности и жилищно-коммунальных услуг. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».